Мы устроим на стойбище сражение и вернем тебе должность. Мы решимся раз и навсегда. В этом Удже не останется ни Усмана, ни воинов Каи. Если с доверенным Усмана что-то случится, я вас не пожалею. Мы делаем все необходимое для своих детей и будущего Каи. Отец готов ради тебя на все. Ты приехал, и я чувствую себя намного сильнее, сын мой. Все стрелы устремлены на Дюндара. Мы приедем с нашими гази, авлия, ремесленниками и сделаем эти земли исламскими. Основание Усман. Смотрите первыми в группе ВКонтакте Али Садрилич.